Поехали, короче, покатать опять с пацанами. Сейчас встретимся. И что, очередной влог, короче, попробую заснять небольшой для вас. Поэтому желаю всем приятного просмотра. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, как обычно. И погнали. Все обалдеете, что у нас здесь появляется. Это можно похлопать, давайте громко! Можно открыть глазки. Ну что, мама, кто готов первым показать? Что там за праздники, я не знаю. Какая-то ерунда, короче. Мы в таком не разбираемся и не участвуем. Хотя, может, было бы и весело. А так сейчас едем, короче, к пацанам. Едем, короче, дальше. Короче, мы приехали на тот же самый спот, где я несколько видосов назад пытался взять вот эту вот перилку. Типа, кто смотрит все мои влоги, тот знает. И вот теперь пацаны решили повторить. Ну, я и сразу сказал, что это будет сложно, пацаны, и очень опасно. Ну, пускай пробуют, короче. Я ж им запретить не могу. Не, я поддерживаю, пацаны, поддерживаю. Просто делаешь бани-хопчик и вот в районе вот этой вот штуки запрыгиваешь. Чтобы там не цепанула эта гранька. Ой, не гранька, а ступенька. Мне кажется, он обосрался, когда его отпустил. Кстати, он ты вземлил хорошо, я думал, что можешь. Я думал, он сейчас улетит из-за того, что я его бросил. Я тоже сдался через руль. Ну все, видишь, можно теперь делать нормально. Я сейвил. Да баничок, да бафи, все. Сейчас же хорошо скатился, все, страх должен пропасть, да? Да. Просто запрыгивай. Вот. Хорош. Неплохо. Хорош. Я говорю, просто попробовать и все. И сейчас баланс просто поймаешь и поедешь до конца, как было. Я так глянул. Это дурак! Блять, дотянул бы! Что? Да моя! А почему так легко выглядело? После этого никто больше. После такого обычно никто больше не делает. Все говорят, в следующий раз доберем. Ну, короче, все. После такого падения, как я и сказал, добирать больше никто не хочет. Правильно, пацаны? Yes. Правильно я понял? Yes. Поэтому мы здесь закругляемся и едем на следующий спот. Ладно, сейчас делаю.
Ну вот, короче, вот так вот. Сейчас уже опять темно, ничего не видно, решил просто последний трючок достать для вас. Ну и, короче, закончили видос, потому что наказали сегодня неплохо. Столько объехали, на самом деле, спотов, поэтому все, конец видоса. Надеюсь, вам понравился видос, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, колокольчик забываем. Ну и увидимся в следующем видосе. Всем удачи, всем пока.